Добрый день, друзья. 17 апреля, воскресенье, вербное воскресенье. Река наша часовая пока еще подо льдом. Процесс немножко затих. Прохладные деньки пришли. В следующий уикенд Пасха. Рыбак по последнему литку продолжает экспериментировать, сверлит лунки, пробует ловить рыбу. Видимо, ничего не клюет. Пошел дальше. А мы вышли погулять. Птички поют, вороны каркают. Тихо так. Тепло. Безветренно. Полное умиротворение.